Наверное, тяжело смириться с диагнозом паралич всех четырех конечностей, особенно человеку, который любит работать руками. Четыре парня убили мою жену. Не тронь ее, блядь! Мог бы я их найти, убил бы. А если я предложу то, что поможет вам встать на ноги? Я назвал это стержень. Компьютерный чип, способный изменить все. Это новый, улучшенный мозг. О боже. Я стержень. Система, управляющая твоим телом. Тебя кто-нибудь слышит, кроме меня? Нет, только ты. Я кое-что покажу. Запись с дрона-наблюдателя. Сёрг Бреттнер, морская пехота. Адрес 414 Citrus Nuclear. Нам нужен план. Я справлюсь. Что-то не похоже на хорошо продуманный план. Стержень, помоги! Требуется разрешение, чтобы я мог действовать самостоятельно. Даю разрешение! Спасибо. Нихуя себе! Вот тебе! Не вставай, слышь? Не вставай, стержень, у него нож! Вижу, у нас тоже есть нож. Полный контроль над телом снова у тебя, Грей. От продюсеров фильмов проще «Счастливого дня смерти» и «Судная ночь». Если вы имеете к этому отношение, расскажите. Я был в том районе, детектив. У него в руку имплантирован ствол. От создателей пилы «Астрал». Стержень, что мне делать? Перестроиться, Грей. Приз зрительских симпатий. А ты настырный. Я не могу позволить убить нас. Мы закончим начатое. Художественный фильм «Апгрейд». А ты в курсе, что я охуенный ниндзя? Чего? Я последнее слово техники, а не ниндзя.